Телефонувати до перукарні та попросити пофарбувати волосся у жовто-синій колір та вистригти тризуб на потилиці. Алло, слушай. Да, перукарня? І ще раз що? Стрижка у вас є? Ну да, ми парикмахерська. Логіка є. Покраска волос. Да, ми красимо волосся, стрижемо волосся. Які у вас є краски? В принципі, любий, такий би хотів. Синій. Синій, да, ну це можна освітлять волосся. Освітлення синій? Одну? Так. Освітлення жовтий одну? Приходите, сделаем. И чтоб пополам? Удовольствие. Стрижка есть бороды? Нет, бороды не стрижем. А потылицу? Чтоб катиться. Затылок? Затылок можно. Можно, пожалуйста, тризубец? Можно. Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас. Спасибо. А где вы находитесь? Мы в Москве пока. А потом? Потом как пойдет. А вы пока где? Тоже в Москве. А потом планируем, что мы станем Днепропетровской областью. Рада, что вам радостно. Нам что-то не очень. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Дай Бог. Слава Украине. Героям слава.